Привет, я Фил Сусан. Добро пожаловать на StarLeaks. В этом видео, наряду с изучением различных пассажей и ходов, которые я использую, мы поработаем над образовательной стороной. Хотя наибольшую пользу это видео принесет именно начинающим, думаю все же, что вернуться к основам окажется полезным для басиста любого уровня. В последующих видео я продолжу курс. Это будут уровни средней сложности и выше. Мы поговорим о таких вещах, как ладовая игра, игра на безладовом басу, мелодический и гармонический подход к исполнению, а также о всяких эффектных штучках hammer-on, pull-off и басовое соло. Если у вас есть добрый кусок холста, на котором вы можете писать, то сможете прогрессировать без каких бы то ни было ограничений. Точно так же вы должны работать и применять все уроки этого видео, поскольку здесь изложены основы. Выучив их однажды, вы можете найти им миллион применений. Не старайтесь выучить сразу слишком много. Если пытаетесь наполнить стакан воды, поставив его под струю, бьющую из крана, то вы не сможете его наполнить до краев. Если же вода будет течь медленно, тонкой струйкой, то вы наберете стакан быстро и воды не распускаете. Точно так же понемногу занимайтесь каждый день, и вы очень быстро достигнете высокого уровня. Это очень важно. Также старайтесь избегать копирования того, что делаю я или кто-то еще. Старайтесь усвоить то, что делают те или иные музыканты, и развивать это по-своему. Может быть, вводя какой-то пассаж в свою песню, или попробуйте сменить тональность, поскольку это поможет развить вам ваш собственный стиль. Если же вы станете только копировать, то будете всегда вторым по отношению к тому, кого копировать. И третье, самое веселое. Если вы занимаетесь слишком долго, утомились, сходите на вечеринку, это рок-н-ролл. А рок-н-ролл — это особый настрой и бунтарский дух. Оборудование. Итак, прежде всего поговорим об оборудовании. Поскольку вы учитесь играть на бас-гитаре, то первое, что вам нужно из оборудования, это сама бас-гитара. Это жутко дорогая гитара. К сожалению, к счастью, на сегодня стандарты более дешевых инструментов гораздо выше, чем были тогда, когда начинал играть я. Я играл на инструменте, на котором струны были очень высоко над грифом. Что важно при покупке инструмента? Самое главное — это гриф. Вы сами можете убедиться в том, что хороший инструмент на хорошем инструменте все может отстроить и отрегулировать компетентный специалист, но ничего нельзя исправить, если повело гриф. Что я имею в виду? Если он изогнут вдоль оси. Вот простейший способ проверки, я покажу вам быстренько. Прижмите струну обеими руками, посмотрите на зазор где-то посередине. Прижмите струну, потом, затем то же самое делаем на верхней струне. Если зазоры сопоставимы, то тогда гриф прямой. Если же он больше с одной стороны или с другой, то с этим басом что-то не так, и лучше его оставить. Предположим, что гриф прямой, с этим порядок, тогда возьмите гитару, подержите ее в руках. Гриф — это не рукоятка, за которую вы должны брать гитару. Для поддержания гитары достаточно вот этих двух кнопок на шурупах. Гриф — это то, почему рука скользит вверх и вниз, и ей должно быть удобно и комфортно. Тут нет других волшебных слов, просто удобство и комфорт. Обратимся к задней части корпуса. Тут хорошая подставка. Этот бас, кстати, называется Spector, изготовленный фирмой Kramer. Гитара изготовлена вручную, это является самым ценным ориентиром при выборе гитары. Все его элементы этого инструмента высшего качества, и мы сейчас их обсудим, чтобы вы смогли выбрать себе инструмент с подобными характеристиками. Подставка сплошная, без каких бы то ни было шероховатостей, неровностей, вы не поранитесь во время игры. Два звукоснимателя, так называемые PGA-конфигурации. Это значит, что тут установлены звукосниматели того же типа, что и на старых Fender Jazz Bass и Precision Bass. Звукосниматель Precision раздельный, установлен вот здесь, а звукосниматель Jazz Bass расположен ближе к подставке. Мне нравится такая конфигурация. Передний датчик типа Precision дает очень глубокое звучание. А задний датчик — очень резкое джазовое звучание. В дополнение к этому у нас есть регулятор, который позволяет установить баланс, позволяет смикшировать сигналы двух датчиков. Затем есть регуляторы громкости и тембра, усиливающие или обрезающие нижние частоты. Или высокие, как вы можете это слышать.
Если вы подключились в магазине и получили звучание, которое вам нравится, то вы вполне можете удовлетвориться этим, поскольку для начала вам не нужен самый лучший в мире инструмент. Итак, от звукоснимателей перейдем к струнам. Второе, что вам нужно после баса, это бардачок. Это то, где вы храните все свои мелочи. Вот мой бардачок. Все, что вокруг него, это приложение к нему. Посмотрим. Струны. Вот несколько волшебных предметов. Многие бас-гитаристы скажут вам, что в основном качество звука зависит от струн. Если у вас хорошие струны, то вы получите ясный, хороший звук. Лучше иметь хорошие струны на плохом басу, чем плохие струны на лучшем в мире басу. С чего же начать? Я играю на струнах Дин Маркли. Я играю на них, поскольку эта фирма предоставляет широкий выбор струн самых разных видов. Кроме того, можно выбрать струны разных диаметров. И все эти струны обладают различными свойствами. Сейчас мы вкратце их обсудим. Возможно, это вас заинтересует. Начну со струн с круглой навивкой. Название говорит о том, что на основную жилу делается навивка тонкой круглой проволокой. Это дает очень яркое металлическое звучание. Изготовляются эти струны из различных металлов. Эти металлы играют важную роль, поскольку влияют на звук в целом. Эти струны с круглой навивкой из нержавеющей стали. Если вы используете струны из нержавейки, то получите самое яркое звучание. Если мы перейдем к никелевым струнам, то они дадут нам более басовое звучание. В нем будут меньше высоких частот, но звук дольше не затухает. Мы жертвуем верхними частотами, но продлеваем длительность звучания. Вряд ли эти струны подойдут для начинающих, поскольку они дорогие. Движемся дальше. Струны из железо-никелевого сплава. Это нечто среднее. Звучание достаточно долгое и поярче, чем у никелевых струн, но чуть глуше, чем у струн из нержавейки. Вот новый тип струн, замороженные. Криогенные струны. Они из нержавейки, которая звучит ярко, а заморозка делает их еще ярче, но звучат они не так долго. Это очень хорошие струны. Затем переходим к струнам половина на половину, то есть круглая навивка тут немного отполирована, струны более гладкие. Это делает звучание более низким, глубоким, и в то же время подчеркиваются верхние частоты. Такой вариант хорош для проведения мелодических линий на басу. Вы можете сходить в местный музыкальный магазин и выбрать для себя что-то из этих струн, нержавейка, никель, струны с плоской навивкой, с круглой или с полированной круглой. В общем, выбрать то, что больше подходит для вашего инструмента. На всех моих гитарах, там стоит безладовый бас, стоят струны разных типов, поскольку те струны, что хороши для одного баса, не обязательно подходят для другого. Итак, эту тему мы обсудили. Идем дальше. Переходим к усилителям. Позади меня вы видите звукоусиливающую систему, которую я использую. Она изготовлена фирмой Marshall. Это мой личный выбор. Начав выступать на больших площадках, я осознал, что аудитория слышит мой бас через оконечные усилители мощности. Все участники группы слушают то, что я играю, через свои мониторы. И я понял, что все оборудование, что есть у меня, работает только для меня. Поэтому я не особо трачусь на оборудование, поскольку все равно никто не слышит, как оно звучит. Если вы, конечно, не играете в небольшом клубе или на репетициях, где вы хотите добиться адекватного звучания. Мне нравится система парных усилителей. Что я имею в виду? Это как в хай-фай системе. Сигнал разделяется на два диапазона — бас и верхние частоты. Басовый диапазон усиливается своими усилителями, которые раскачивает динамики большого диаметра, а диапазон верхних частот усиливается другим усилителем, подключенным к динамикам меньшего диаметра. Меньшие динамики дают верхние частоты, больше низкие, таким образом нет грязи в звуке, звук очень громкий, всегда чистый и красивый. Эффекты. Перейдем теперь к эффектам. Я не использую слишком большого количества эффектов. Тут у меня их три, те, которые я использую постоянно.
компрессор. Компрессор обладает свойством выравнивать звук. Что я имею в виду? Он выравнивает динамику. Громкие ноты делает тише, а тихие ноты делает громче. Если я его выключу, если я его включу, то вы почувствуете эффект. Когда я беру громкие ноты, мы слышим глухой звук, и громкость снижается, а тихие ноты доводятся до высокой громкости. Сыграю несколько флажолетов. А вот обычная нота. Обе они примерно одной громкости. Вот что делает компрессор. Хорус добавляет пространство. Его особое свойство в том, чтобы добавить глубины звуку. Сейчас я его включу, я уверен, что это звучание вам очень знакомо. Иногда это очень красиво звучит. Когда вы играете негромкий пассаж, ваше звучание как бы раскрывается, даже при исполнении флажолетов. Звук становится шире. Фазер. Если вы играете что-то монотонное, то включение фазера с медленным вращением даст вам вот такой эффект. Таким образом мы получаем движение. Это красивый звук. Это что касается эффектов. Мы не будем особо заострять на них внимание. Мы поговорили об оборудовании, о том, что нас окружает. Наконец, еще одна вещь — шнуры. Шнуры должны быть лучшими, какие вы только можете себе позволить. Глупо экономить на дешевых шнурах. Они будут трещать, фонить. Если вы можете позволить себе купить шнур за $20-30, то покупайте. Он будет служить долго. Сигнал будет чистым, не будет шумов, вы не будете слышать разговоров по полицейским рациям. А теперь перейдем к настройке. Прежде всего, название струн. Названия такие. Ми, ля, ре, соль. Мой учитель, который учил меня играть на гитаре, дал мне такое правило для запоминания. Каждый американец достоин хорошей английской гитары. В английском варианте фразы каждое слово начинается с букв E-A-D-G-B-E. Но тут верхних двух струн нет, остаются только первые четыре слова, а их можете понимать как хотите. При настройке нам нужна эталонная нота, по которой можно настроить все струны. Если все остальные инструменталисты вашей группы настраиваются по одной и той же ноте, скажем, по открытой ля, то весь оркестр будет строить. В этом цель настройки, чтобы все звучало в одной тональности. А ноту ля вы можете настраивать по тюнеру, по камертону. Я дам вам ля для настройки. Думаю, достаточно для того, чтобы вы настроились. Бас-гитара устроена так, что каждая струна настраивается в унисон с соседней, прижатой на пятом ладу. Если струна ля настроена, то струна ре настраивается так. Прижимаем струну ля на пятом ладу. Настраиваем струну ре, это третья струна снизу, играя одновременно ноты, прижатую на пятом ладу, струну ля, и на открытой струну ре. И должно звучать одинаково. И точно так же по струне ре вы отстраиваете струну соль. А также можно отстроить и струну ми. Вы могли также слышать, что настраивается и по флажолетам. Это наиболее точный способ. Им я пользуюсь, когда работаю на сцене. В присутствии 18 тысяч зрителей не станешь слишком часто пользоваться камертоном. Этому полезно научиться, думаю, сейчас мы это и проделаем. Что такое флажолет? Обычно струна колеблется по всей длине. Флажолет получается тогда, когда струна перестает колебаться в одной точке. При этом струна по обе стороны от этой точки продолжает колебаться.
Звук получается в результате на октаву или на две выше, в зависимости от того, где вы берете флажолет. У флажолетов, кроме того, более ясный тон и лучше сустейн. Я покажу вам, как берутся флажолеты. Вы едва касаетесь струны ми над порожком 12-го лада, но струну не прижимаете. Как только сделали щипок, тут же отнимите палец от струны, пусть она звенит. Очень чистый звук с длительным сустейном. Флажолеты, которые используются при настройке, следующие. Флажолет на 5-м ладу, на струне, которая уже настроена, сравниваем с флажолетом на 7-м ладу, на соседней струне. В данном случае я настраиваю струну ре по струне ля. Я беру эти два флажолета одновременно. Это довольно непросто, но вы научитесь. Следите за работой моих пальцев. Струн я едва касаюсь. И слушаю биение. Чуть расстрою бас, а вы их тоже услышите. Вы слышите эту пульсацию? Я вращаю колок, и эта пульсация прекращается. Замедляется и прекращается где-то здесь. Тот же прием при настройке струны соль. А также струны ми. Итак, наши гитары настроены. Вы можете это проверить, прижав струны вот здесь, на 19-м ладу. Прижмите струны в такой аппликатуре и аккуратно извлеките звук. Убедитесь, что грязи в звуке нет. Если ваша гитара звучит так, значит, мы готовы двигаться дальше. Звукоизвлечение, буквально шумоизвлечение. В этом разделе мы поговорим о том, как извлекается звук на бас-гитаре. В основном это касается правой руки. Мы о левой тоже поговорим. Что делает правая рука? Есть множество способов извлечения звука. Нужно заставить струну вибрировать, а затем убрать руку с тем, чтобы дать возможность струне продолжать вибрировать. Есть три основных способа. Первый — пальцевый стиль. При этом вы можете играть одним пальцем. Двумя пальцами. Или тремя. Я думаю, будет хорошо, если вы освоите один какой-то способ. Можете все. Я думаю, очень полезно для каждого, если он старается ознакомиться или овладеть всеми стилями звукоизвлечения, будь то звукоизвлечение медиатором или пальцами. Достоинством пальцевого стиля является разнообразие тембровых оттенков. Если мы извлекаем звук ближе к грифу, то получаем мелодичное глубокое звучание. Это очень красиво звучит при исполнении шагающего баса. Если мы играем ближе к подставке, то звук получается более жестким, ударным. Следующий стиль звукоизвлечения с медиатором. Вот с таким. Их вы можете купить у меня по $10. Не, это шутка. На самом деле цена $15. Держим медиатор одной рукой, обычно между большим и указательным пальцем, и ударяем медиатором по струнам. Сейчас я быстренько покажу вам. Это была техника звукоизвлечения, когда мы попеременно ударяем по струне сверху и снизу. Другой вид звукоизвлечения только сверху. При изучении любого из этих приемов, только сверху, сверху, снизу или их комбинации, очень важно добиваться ровного звука. Это нужно поупражнять. Просто сидя у телевизора, возьмите бас и, не подключая его, просто играйте. Старайтесь играть каждую ноту как можно ровнее. При попеременном звукоизвлечении это труднее. Но это все же возможно. Иногда.
Играя по переменным штрихам, избегайте движений буквально сверху снизу относительно плоскости пола, поскольку такой вариант не слишком хорош при исполнении межструнных скачков. Если, к примеру, вы будете играть фразу, содержащую октавы, вы видите, при этом я цепляю среднюю струну. При таком способе звукоизвлечения нужно делать движение, направленное к корпусу гитары и от него. Сейчас я покажу вам это в деталях. При движении к корпусу медиатор движется вглубь, а при обратном движении щипок делается наружу. Такая техника позволяет намного легче исполнять межструнные скачки. Также, как и при игре пальцами, звукоизвлечение медиатором дает широкие тембральные возможности. Извлекая звук ближе к грифу, мы получим более глубокое звучание. А ближе к подставке получаем более резкое звучание. Также можем применить такой прием — power picking. Играя с Ozzy, я часто его использую. Тут вы извлекаете звук с очень перкуссивной атакой, с силой ударяете по струнам. Движение только сверху, крайне редко попеременное движение, а левой рукой делаете приглушение. Сейчас я покажу, как это делается. Вы узнали этот риф, да? Это пример того, что я исполнял с помощью медиатора. Еще одно звучание, с которым вы, возможно, знакомы, это звукоизвлечение с приглушением. Вы располагаете мягкую часть кисти рядом с подставкой, касаясь струн и приглушая их. И исполняете риф, получая вот такое звучание. Это очень эффектно звучит при исполнении как раз таких пассажей, где каждая нота исполняется дважды. Есть и третий способ. Слэповая техника. В рок-музыке этот прием не слишком широко применяется, но я пользуюсь им довольно часто. И если вы найдете, где его можно применить, то вам нужно будет это сделать. Слэповая техника, я уверен, вы с этим знакомы. Играю в таком стиле. На следующем видео мы поговорим в деталях об этом приеме. А сейчас я просто хочу сказать вам, чтобы вы не боялись этого приема. И, может быть, вы сами сможете научиться играть что-нибудь в этом стиле. Со слэповым стилем можно сочетать такой прием, при котором звук извлекается ногтями. И всякие другие варианты, когда вы перкуссивно ударяете по струнам. Ну, а сейчас мы переходим к упражнениям. Первое, что я хочу сказать, что начиная с этого момента, не стоит играть никаких упражнений, если у вас нет метронома. Если вы все время играете с метрономом, неважно что, это могут быть и упражнения, или целые пьесы, вы разовьете внутреннее чувство времени, внутренние часы, и ваш ритм будет безукоризнен. Способность держать ритм — это одна из тех вещей, которые нельзя научиться раз и навсегда. Это требует какого-то периода времени. Нужно обзавестись метрономом, включить его и практиковать свои упражнения. У меня тут есть драм-машина, которую я запрограммировал на простой бит, и я буду использовать ее как метроном. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот в таком духе. Ну, думаю, понятно. Скучно, конечно, но тем не менее. Итак, прежде всего, нам нужно добиться, как я уже говорил, плавности при звукоизвлечении. Вы можете извлекать звук одним пальцем или двумя на выбор, однако все ноты должны быть ровными. Так не пойдет, такое звучание никому не нужно. Поработаем над этим.
Теперь я хотел бы показать несколько упражнений, развивающих гибкость левой руки. Вам нужно разделить пальцы. Это не значит, что они должны быть под каким-то углом друг к другу, просто они должны двигаться независимо друг от друга. Вы должны делать их, стоя на остановке автобуса или в колледже. Надеюсь, родители меня не слышат. Делайте все, что угодно, лишь бы пальцы работали независимо. Я делал кучу упражнений, покажу вам некоторые. Можно стучать по крышке парты, вот так, раз, два, три, четыре, и в обратном порядке. Независимо. Это развивает их взаимонезависимость. А также различные варианты, раз, два, три, четыре, другой вариант. Второй и четвертый пальцы сменяются первым и третьим. Это трудно довольно. Можете делать что угодно, любые движения пальцами. Все это поможет научиться управлять каждым пальцем в отдельности. Итак, наше первое упражнение. Первое упражнение хроматическое. Мы постараемся скоординировать левую руку и правую. Я хотел бы, чтобы вы делали эти упражнения, используя и медиатор, и обходились без него, играли пальцами. С метрономом, как это я сейчас продемонстрирую. Это наше первое упражнение. Оно называется хроматическим, поскольку каждый раз я сдвигаюсь на полтона. Каждый палец на своем ладу. И координируем обе руки, чтобы их действия были тесно взаимосвязаны. Таким образом, мы начинаем добиваться скоординированной работы рук. Чего нам не нужно, так это независимая работа рук. В противном случае вот что получается. Вы слышите, какая каша. Упражнение это скучное, но, возможно, вы слышали вот такой риф. Freeway Jam. Это то же самое, хроматическое упражнение. Может быть, это несколько пресновато поначалу, но вещь это не бесполезна. Второе упражнение, к которому мы переходим, оно несколько сложнее. Мы будем играть не только вверх по грифу, но еще и поперек него. А также мы начнем играть то, что называется шагающим басом. Пальцы будут шагать по грифу. Вот простая иллюстрация шагающего баса. Вверх по грифу и вниз. Похоже на краба или на еще что-то в этом роде. Покажу вам это упражнение сначала медленно. Указательный палец занимает положение на расстоянии двух ладов за мизинцем. То же самое на нижней струне. Указательный палец ставим сюда. Самостоятельно проиграйте нисходящее движение. Я играть не буду, это задание для вас. Поиграем это упражнение с драм-машиной. Это наше второе упражнение. Еще один пример. Вы могли слышать что-то похожее в исполнении Стива Харриса из Iron Maiden в песне «Стихи античного мореплавателя» на альбоме Iron Maiden. Наше третье упражнение очень непростое, оно придумано с тем, чтобы развивать мизинец. По-моему, это очень важный палец. Все пальцы важны, но этот в особенности. Отличительной чертой среднего басиста может служить то, что он не использует мизинец. Если вы научились его использовать, то сможете сыграть в три раза больше, чем без него. Итак, нам нужно включить мизинец в работу. Он очень слабый, так что это упражнение потребует упорной работы. Вам, возможно, потребуется несколько месяцев, прежде чем вы сможете его хорошо играть. Итак, покажу медленно. Мы будем играть ноты попеременно каждым пальцем и мизинцем. Начинаем с мизинца. Струна соль. Other finger. And then we move it down a string. Соседняя струна. And again. Еще одна.
Еще. Теперь попеременно со вторым пальцем. В обратную сторону. Теперь первый палец. Таким образом, мы упражняем также и растяжку руки. Вот и все упражнение. Оно очень способствует развитию руки. Оно очень трудное, но не сдавайтесь, если у вас не получается. Поиграйте сначала на одной струне или выше по грифу, где лады расположены немного ближе друг к другу. И постепенно, каждую неделю спускайтесь вниз по грифу на пару ладов. Я поиграю сейчас с драм-машиной, а вы посмотрите все это упражнение еще раз. Это было наше третье упражнение. Когда вы услышите вот такой риф, я думаю, что вы уже будете в силах его сыграть. Итак, вы поупражнялись с медиатором, поиграли пальцами, вы можете играть, теперь это плавно и слитно, вы можете играть быстро, вы можете играть медленно с драм-машиной. Значит, мы можем перейти к нашему следующему разделу, который посвящен тому, как устроен гриф и что и как на нем строится. Поиск своего пути с помощью карты грифа. В этом разделе мы выясним, как устроен гриф. Почему, скажем, бас-гитаристы настраивают бас по квартам, а не как-нибудь по-другому? Каковы соотношения между струнами, в смысле количества ладов? И что означает эта маркировка на грифе? И как нам лучше всего ее использовать? Я думаю, гриф можно представить чем-то вроде карты, в виде набора схем. В определенной тональности эти схемы повторяются снова и снова. Достоинством бас-гитары по сравнению, скажем, с гитарой является то, что все схемы остаются неизменными всегда. При транспонировании из одной тональности в другую, скажем, из соль в соль мажорное трезвучие. Нам нужно Теперь нам нужно сыграть в си бемоль, просто сдвигаемся по грифу. И приходим в си бемоль. Это просто, очень просто. Точно так же вы можете двигаться поперек грифа. Я могу сыграть до, а приготура остается неизменной. Что же мы будем делать? Мы постараемся обнаружить некоторые из этих схем, ознакомимся с ними и начнем их запоминать. Это подход довольно необычный, новый. Я не видел, чтобы кто-то преподавал таким образом. Первое, что нам нужно, это вот такой пакетик. Тут у нас небольшие круглые наклейки разных цветов. Что мы будем с ними делать? Будем приклеивать их на струны в разных местах грифа. Я покажу вам. Прежде всего, выберем цвет для тоники. Какому цвету отдать предпочтение? Может быть, красному? Хорошо, красные. Проголосовали за красных. Красные кружочки будут нам показывать основной тон или тонику. Выберем тональность, скажем, соль. Теперь найдем все тоники, все ноты соль. Вы можете заглянуть в иллюстрацию в буклете или искать по слуху. Будем искать по слуху. Первая соль, я знаю, она вот здесь, на струне ми, третий лад. Приклеим кружочек. Держится. Теперь будем искать следующую соль, двигаться вверх по струне ми. G.
Первое, что мы должны отметить, что нота соль находится на ладу с помеченной первой меткой. На ладу помеченным первой меткой из четырех точек маркировки. Четыре метки здесь, четыре здесь. Нота соль на первой метке. Уже какие-то взаимоотношения просматриваются. Приклеим теперь сюда кружочек, вот так. Что тут происходит? 12-й лад — это середина струны. В этом месте мы получаем ноты октавы выше. Если мы возьмем самую нижнюю струну ми, то вот здесь на 12-м тоже будет нота ми. Если я сыграю ноту на открытой струне плюс 3 лада, это соль. Выше октавы прижмем струну на 12-м ладу и добавим те же 3 лада, это тоже нота соль. Давайте поищем и другие ноты соль. Вот эту ноту мы ищем. Вот еще одна нота соль. Наклейку сюда. И еще одну вот сюда. Может быть, ваш бас не имеет 24 лада, он может заканчиваться на 21 или на 20, но не волнуйтесь по этому поводу. Продолжим на следующей струне. Опять же, вот первая соль, а вторую вычислим. Открытая струна плюс 5 ладов. 12 лад плюс 5. Вот наша еще одна соль. И приклеим еще парочку. Соль вот здесь, это открытая струна соль. И октава на 12-м ладу. А также есть еще одна, вот в самом верху. У вас ее может не быть, как я уже сказал, если у вас на грифе не 24 лада. Посмотрим. Мы уже можем видеть какие-то схемы, какую-то закономерность, которая повторяется по грифу. Вот схема игры в октаву, две струны вниз и два лада вверх. Это основа игры и поиска нот на грифе. Это октава. Где бы мы на грифе не взяли ноту, сдвинувшись на две струны вниз и на два лада вверх, мы получим октаву. Вот одна октава, та же схема и здесь. Еще одна соль, еще одна октава в той же позиции. Мы можем заметить еще одну вещь. Октаву мы находим не только по схеме две струны вниз и два лада вверх, но и по схеме четыре струны вниз и четыре лада вниз. Помните, как мы играли это упражнение? Это тоже октавы. Итак, у нас есть множество способов движения вдоль грифа. Это были ноты соль. То же самое вы можете проделать в любой тональности. И вы увидите, что эти схемы везде одинаковые. Просто они сдвигаются вверх или вниз на несколько ладов. Где бы вы их ни обнаружили, эти схемы будут точно теми же. Следующее, что мы будем учить, — интервалы. Интервал — это расстояние между тоникой и другой нотой. Если мы играем гамму соль мажор, я уверен, вам всем это звучание знакомо. Все эти ноты можно использовать при игре поверх аккорда соль мажор. Если гитарист играет соль мажор, вы играете линию с использованием этих нот. Я сыграл несколько проходящих нот. Все эти ноты можно играть поверх соль мажора. Некоторые из этих нот имеют определенное звучание, к примеру, квинты. Это пятая нота гаммы. Я уверен, вам очень хорошо знакомо это звучание. Сейчас мы наклеим все квинты, выберем другой цвет, скажем, зеленый для контраста. Квинта в соль — это нота ре. Вот наша первая ре. Приклеим наш первый кружочек вот сюда.
Наклеиваем серые, я знаю, где они находятся. Вы можете заглянуть в буклет и найти все другие интервалы самостоятельно. Very briefly. Быстренько. Yeah, another sheet. А, вот еще. Okay. There we have our Таким образом, у нас есть тоники и квинты. Посмотрите пару минут на это. Как вы видите, тут есть определенные схемы. Попробуйте поиграть все обозначенные ноты, и вы начнете понимать, как расположены квинты в тональности соль. О, упала квинта. Быстренько вернем ее на место. Звучание несколько приглушено из-за наклеек. Это все квинты. Все эти точки — это квинты и тоники в тональности соль мажор. Играя эти ноты по всему грифу, вы можете уже двигаться по грифу в тональности соль. Играя, вы всегда знаете, где находится тоника. Говорите тоника и берете тонику. Тоник, квинт, тоник, квинт. Так вы запоминаете их местоположение. Сдвигаемся сюда. Тут квинта, тоника, квинта, тоника. Наклейки поначалу помогают, но в конце концов вы их снимете, и вы сможете играть по всему грифу. Точно так же я хотел бы, чтобы вы поработали со всеми нотами и интервалами аккорда соль-мажор. И не только аккорда соль-мажор, но и переходили в другие тональности. Постепенно вы перейдете к ощущению и пониманию этих схем и аппликатур. Следующее, чем мы займемся, разберем гамму соль-мажор. Я покажу вам ее аппликатуру. Гамма соль мажор играется так. Ее диаграмму вы можете видеть в буклете. То же самое повторяется октавой выше. Начинаем с той же метки. Пальцовка такая, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Это мажорная гамма. И в нисходящем движении. С точностью да наоборот. Играя гаммы, нам нужно научиться двигать позиции вдоль грифа. Научившись этому, мы сможем играть не только на одной струне. Which there's an awful lot of people who run around playing. That's no good to anybody. Это не слишком красиво. В этом нет никакой плавности. Чтобы добиться плавности исполнения, вам нужно уметь двигаться поперек струн в прямом и обратном направлении. Если вы научитесь этому, то тогда действительно ваша игра будет плавной. Сейчас я покажу вам двухоктавную гамму соль-мажор. Я бы хотел, чтобы вы научились играть ее плавно. Вот такая пальцовка. Вообще, пальцовок очень много. Я уверен, вы обнаружите их сами, когда начнете экспериментировать. Начнем с ноты соль. Прижимаем струну первым пальцем. Сдвиг. G
Это двухоктавная гамма соль мажор. Достоинством пальцовки, которую я только что вам показал, состоит в том, что работают постоянно только первый, третий и четвертый пальцы. Второй палец тут не задействован. Тут три основные позиции. Начинаем здесь. Вторая позиция вот здесь. Третья. И завершающая, разумеется, четвертая позиция. Хорошим способом развить движение в рамках гаммы является выбор целевых нот на грифе. Вы можете играть высоко, насколько возможно, а затем продолжить играть гамму поперек грифа. Это звучит сложно на слух, но я вам сейчас покажу, и вы поймете. А сейчас я постараюсь сыграть гамму как можно ниже, не сдвигая руку вверх или вниз по грифу. Руки я не сдвигал, работали только пальцы. Я бы хотел, чтобы вы запомнили эту пальцовку. 3-4-1, виноват, 4-3-1, 4-2-1, 4-2-1, 4-2. Поскольку она отличается от выученной ранее. Цель этого упражнения в том, чтобы научиться играть гамму инстинктивно, в любом месте грифа, где бы вы ни находились, начиная с любого пальца, с любой ноты в определенной тональности. Итак, вот метод занятия. Вы играете двухоктавную гамму вверх, насколько можете. Играете затем вниз, стараясь не сдвигать руку. Играйте поперек грифа. А затем снова спускаетесь на одну ноту и так далее. Пока не придете к исходной соли. Пока не придете к исходной соли, и тогда вы начнете визуально различать схемы на грифе по соответствующей гамме. Ключевое слово здесь — это аппликатура, схема. Я использовал три основные позиции, переходя из одной в другую за счет сдвигов. Вы можете сдвигаться из одной позиции в другую, в этом вам будет помогать ваш слух, и очень скоро вы станете различать различные схемы, о которых я сейчас не стану подробно говорить. Они называются диатоническими ладами, например, мажор. Я его показал ранее. Дорийский лад — это второй лад, у него минорная окраска. Это все строится по определенным схемам. Вы будете их находить, знакомиться с ними и постепенно усвоите их, и вам станет в деталях ясно, что здесь происходит. Я бы хотел показать вам еще одну гамму. Это гармонический минор. Она похожа на гамму натурального минора. Ее вы можете услышать во многих рок-песнях. Я вам покажу ее аппликатуру. Я бы хотел, чтобы вы сами расширили ее до двух октав. Используйте ту же самую пальцовку между сдвигами позиций. Старайтесь добиться простейшего варианта. Проделав это, поступите так же, как мы делали с мажорной гаммой, сыграв ее в восходящем движении, а затем играйте поперек грифа вниз, сдвиньтесь на тон и так далее. Еще одна вещь, которую вы должны знать, это пентатоника. Она очень важна. Вы можете ее использовать в заполнениях и различных рифах. Пентатоника буквально это гамма из пяти нот. Ее можно использовать в любой тональности, например, соль мажор. Взяв определенные ноты, мы берем тонику, вторую ступень. Первую, вторую, берем третью ступень. Пятую. И шестую. И снова тонику. Сыграю вверх. И сыграю вниз. Я уверен, вам это довольно знакомо. Если сыграть это триолями, скажем, мы получим вот такое заполнение, которое, я уверен, тоже вам знакомо. То же самое можно проделать и в миноре. Первая ступень. Вторая, третья, пятая. И шестая, минорная гамма.
Здесь мы используем несколько иные ноты из минорной гаммы. Мы берем тонику, малую терцию, кварту, квинту и седьмую ступень, пониженную седьмую ступень. Это очень стандартный ход, его очень многие используют. Последнее мое задание — играйте пентатонику в диапазоне двух октав. Это поможет вам развить плавность в игре. Что ж, этот материал вам на годы учебы. Это вы не сможете выучить за один вечер. Это то, что нужно упражнять, упражнять и еще раз упражнять. К сожалению, нет быстрого способа этому научиться. Но мой метод с использованием наклеек различных цветов, думаю, вам поможет. Цветы и точки гораздо лучше иллюстрируют схемы, чем голословное объяснение. Чем больше труда вы вложите, тем больших результатов добьетесь. Чем больше вы найдете сами, тем больше вы сможете выучить. Так работает этот механизм. День, когда вы перестанете учиться, будет вашим последним днем как музыкант. Еще я хотел бы показать вам, как исполнять тонику в интервале с другими нотами, с тем, чтобы начать различать на слух, как звучат различные интервалы. Например, когда мы играли с наклейками, мы играли квинты, и ноты были следующие. Тоника, квинта, тоник. Если мы будем играть тоника, квинта, тоника и будем прислушиваться к характеру звучания, мы сможем услышать и то, как можно применить это. Скажем, играем соль. И получаем характерное рок-звучание. Исполняем тут пульсацию и скачки на ритус-нутой соль. Точно так же я хотел бы поэкспериментировать, скажем, с мажорной терцией. Между этой тоникой и этой я беру мажорную терцию и получаю другую аппликатуру. Это гораздо мелодичнее, поскольку тут характерное звучание мажора. Или, если это малая терция, то минора. Извините. Это малая терция. Затем переходим к квартам. Квинту мы уже играли. А как насчет сексты? Можем подойти к тонике вот так и вернуться в квинт. Малая септима. И так далее, и тому подобное. Различные интервалы. Вы можете начать с каких-то пьес или мелодий, старайтесь понять то, что вы играете. Так, как это я показывал на примере с секстом. Вниз к квинте. И вниз по гамме. Вы будете понимать, что тут происходит. Так звучит приятно. Это звучание более угловато в содержании. Мы можем брать терцию и сыграть ее октавы выше, если вы позанимаетесь хорошенько с кружочками, и сочетать это с тоникой. Это даст нам очень знакомое звучание. Эти вещи очень приятные. Ну что ж, не так уж много всего остается, что вам нужно выучить. Поверьте мне, когда вы выучите это, вы сравняетесь в смысле понимания этих вещей с теми, кто играет это уже много лет. Поскольку очень многие музыканты хоть и играют много лет, но не до конца понимают основы того, что они делают. Если вы усвоите это, то все остальное, приемы, скорость, придет с практикой по мере занятий. Упражняйте эти гаммы.
И вдруг вы обнаружите, что можете играть их очень быстро. Не особенно беспокойтесь на этот счет. Скорость приходит в процессе занятий. Вам не нужно работать над скоростью, играя специальные скоростные упражнения. Итак, я думаю, это все, что я хотел бы показать вам на этом видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я надеюсь, вы будете его использовать, посвятить ему много времени. Я надеюсь, вы будете упражняться. Никогда не прекращайте работать над своей техникой и никогда не занимайтесь без драм-машины. Вам нужно готовиться играть с другими музыкантами, четко вписываться в ритмическую канву. Что ж, до свидания. До следующего до Starlix Video. Спасибо за внимание. Пока, желаю удачи.